отдельно существует северная традиция, все ее знают, то есть нормандская северная традиция, она как бы Колыма, ну понятно, все, что с севером связано и так далее и тому подобное, она никогда не выходила за этот регион, это северная традиция. То есть она никогда не стремилась попасть на юг. У них и взгляды другие у этой криминальной традиции, отдельные взгляды. У них отдельные подходы, потому что вы понимаете, что чтобы вы, то есть климат, окружающая среда и прочее накладывают огромный отпечаток, это двигательные и на сами. То есть расстояния там огромные и так далее и тому подобное. И время течет медленно на севере, потому что расстояния большие, густонаселенных районов нет, они все рассосредоточены и так далее и тому подобное. Фехтовальным приемом, который вы привыкли, вы не убьете там никого никогда, почему тулуп, шапка закрывает шею, уши и так далее и тому подобное. То есть эти движения исключены, вы ничего не сделаете, а в чинному тулупу так тебе движение, какой бы острый нож у вас не был, или какая корки какой бы длинный не был, да все равно вы не пробьете. То есть удар может быть только нормандским хватом, вот как молотком. То есть только он пробивает тулуп и так далее, и тому подобное. То есть у них и двигательные, они разговаривают, они медленно запрягают, потом не остановить, как на севере говорят. Они очень медленно запрягают, но если уже запрягли, вы их не остановите больше. Южане другие, они более вспыльчивые и отходчивые сразу. То есть и так везде, где бы вы... То есть география накладывает отпечаток на психику как бы человека железобетонно. Вот. Мы южане, поэтому как бы мы как бы вот такие, вот чтобы другие. Мы ближе к Сицилии, ближе к Калабрии, то есть там люди... Вот вы увидите, что калабрийцы это вот этот лед, потому что это норманы, пришедшие на юг, как бы по сути своей. Полернцы они наоборот. Ну, вот они просто вулкан, но и взрываются в одну секунду, как бы сразу видно. А вот эта вот Камора, которая, как бы, вот она, когда третий орден, вот это, они вот очень похожи на наших казаков. И они вот такие же, вот, веселые и не грустные, как бы, вот, если посмотрите, то есть, насколько они не грустные. И всю жизнь борьба за власть, всю жизнь смена... Вначале постоянные государственные перевороты, один за одним. Того убили, этот стал, вот так, как колесо. Можете, наверное, посмотреть в любом книге. Вот, возьмите книги, которые написаны в 1800 каком-то году, в 1900 каком-то, ну, такие, до 17 года, которые написаны. Вы получите и идеи Ламброзо на эту тему, и другие идеи, поймете, как бы, что... Наша криминальная традиция очень похожа на Камору, Камору очень сильно похожа на нашу криминальную как бы, традицию. Потому что русская криминальная традиция, вот помните вот этих 11 блоков, да, имели? То, что мы сейчас рисовали, вот она только один из исторических периодов имеет. Самая длинная, традиция, самая сильная, самая длинная криминальная традиция, которая в мире существует. То есть русская криминальная традиция или имперская до 17 года имеет 17 и 11 исторических периодов. А вся мировая 3. А наша 11 исторических периодов. У нас в Ленинграде есть камни древние славянские, где уже там на этих камнях рисовали крокодилов, драконов и так далее, и считали вот это божество Перуна покровителем преступников, воров и вот этих вот гадов, всяких лихих людей и так далее и тому подобное. Уже на этих древних славянских камнях, а это я не знаю, какой век до нашей эры, никто не знает, в каком веке это написано, даже на этих камнях есть крокодилы нарисованы и написано «Гад Перун». Гад Перун, как бы, да. То есть даже вот так люди писали, что и по сути своей, если в Европе покровителем воров является женское божество, как бы, и бандитов, преступников, то у нас мужское, как бы, божество является покровителем изначально. То есть это разные традиции, где-то они пересекались, где-то они схожи, где-то они отличаются друг от друга. И вот эти характерники, это, по сути своей,
остов криминальной традиции, который существует в бывшем уже Советском Союзе. Да, по причине того, что если вы посмотрите на прототипологию, по сути своей, криминала советского, то вы как бы увидите, что практически все книги по криминалу написаны на юге. Сюда ехал этот, то есть кроме Гилеровского, там о ворах Петровских, как бы, Хитровских, по сути нет, все книги от Остапа Бендера и заканчивая, написаны были в Одессе. «Зеленый фургон», то есть вот тут сюда ехал Куприн писать. Сюда ехали все, в Южную школу ехали все писать, по сути, описывать криминал. То есть вот вы, если посмотрите о базе «Одесские рассказы», то есть весь криминал описан именно в Одессе. То есть, по сути, есть ростовские писатели, которые писали, вот сегодня Даниил Корецкий и так далее, и тому подобное, кто пишет о Ростове, о бандитизме в Ростове. И есть те, кто пишут про Одессу. То есть Ростов – папа, Одесса – мама. То есть это два ключевых города, как бы, которые, по сути, породили советский, то есть криминал советского периода. То есть криминал имперский до 17 года, он был, вот имел разнос, южная школа, ну, по сути, своей, то советский криминал, он уже имел не только такую форму, но уже и кавказскую форму. Да, то есть Армения, Грузия и так далее и тому подобное. И вообще на самом деле это их традиция, воровство. То есть, по сути, это у них прототип вора, это центральный прототип восточный. Как бы у нас на Руси никогда в жизни не было воров. То есть у нас лихие люди никогда не воровали, вы помните. У нас воровство не принятая вещь, вообще крайне грешно. Для русских крайне грешно, наши товарищи исключительно грабили. Никогда не крали. Вы не вспомните ни одной русской сказки, где кто-то у кого-то что-то украл. Только грабить. То есть, если были лихие люди, то они, это разбой и грабеж. У нас уже были грабители на дорогах, громили помещичьи усадьбы, воровали, вспомните Дубровского, Пушкина и так далее. То есть, что угодно, только не воровство. Что мы бы никогда не воровали, только грабили. Разбойничали и грабили. У нас центральный персонаж наших сказок, если мы говорим о криминале, это разбойник. Это разбойник. Да, то есть всегда разбойник существовал. Да, то есть в какой-то форме, в каком-то виде он всегда разбойник существовал. Но вора у нас не было никогда. Поэтому воры – это исключительно восточная традиция, восточная прототипология. Помните, багдадский вор там, и так далее. То есть это все, что пришло к нам с Кавказа, все, что пришло с Персидской империи, вот оттуда пришло к нам, это вот это воровство. У нас до этого никто никогда ничего не крал. Отбирать отбирали, воровать воровали. Вспомните, чем занимался Беня Клим. Это налетчик. Ну, то есть это не вор. Беня был налетчиком, то есть грабителем. Котовский – это грабитель. Эти все персонажи. И второй, помните, впервые появляется как бы персонаж, который как бы, в общем-то, не свойственен. Был вроде как нам, но он был свойственен, этот персонаж. Просто мы его не понимаем, ретрансформацию. Это Остап Бендер. «12 стульев», «Золотой теленок» – это мошенник. Это не грабитель. То есть я чту уголовный кодекс, помните, знаю честный способ отъема денег у людей. То есть это как раз Иван Дурак, ретрансформированный из наших сказок, который никогда ни у кого ничего не крадет, никогда ничего ни у кого не отбирает, а полцарства ему все равно достается, так как он царя обманывает. То есть это Иван Дурак, ретрансформированный из наших сказок, который превратился в Остапа Бендера. Остап Бендер – это тот же самый Иван Дурак, и наш прототип вот этого преступника – это либо грабитель, разбойник, либо Иван Дурак вот в виде как бы человека, которому что? Неохота. Вы помните?
царь, когда пришел к нему и говорит, бери дочь замуж мою, он говорит, дочь замуж, что там, полцарства? Неохота. Не хочу. Хочу на печи лежать. Жена, хлопот столько. Нигде неохота. Как бы, то есть он бесился, помните, царь, как ты не хочешь замуж мою дочь, как ты не хочешь. Да я тебя сгною, и в результате и дочь, и замуж, и полцарства, а царь с короной на одном месте, как бы, да. То есть он все равно обманул, все равно развел, как бы, и так далее, и тому подобное, и в результате получил то, что хотел. Да, то есть вот этот Иван Дурак, он ретрансформировался в этого, прототипологически, в этого самого Остапа Бендера, как бы, который впоследствии стал еще одним прототипом нашего криминала. И поэтому для нас авторитетным человеком является либо такой, как Остап Бендер, или весь его уже говорит, мошенник или фармазон, да, то есть на еврейском, как бы. А второй тип — это налетчик. Да, и вы же прекрасно понимаете, что это и есть два типа характерных.